Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас получается 19 августа. Мы находимся, где у нас растут огурцы, посеянные 1 августа. Вот 19 день, и сегодня, как вы видите, идет, заканчивается подвязка огурцов. Вот у нас подвязка, как вы видите, это, ну, подвязка классическая. Вот здесь небольшой бантик делается, и один оборот подкручивается. Вот, как вы видите, вот посмотрите этот бантик, чтобы она зажимался, слегка зажимается растением. Но я вам сразу хочу сказать, что вот эта вот подвязка, мы почему семенами сеяли, вот сейчас летний посев семенами сеется, она прекрасно все сходит, этот, но буквально через 2-3 недели придется перевязывать чуть повыше, потому что вот эта приствольная часть, обязательно это она укрупнится. Вот за неделю-две укрепится, и возможно она прижмет сильно. Вот на это обязательно обращать надо внимание. Сейчас, как вы видите, у нас растение, вот первый, второй, третий, четвертый лист, вот пятый, шестой уже выходит. Здесь уже выходят боковушки, и заодно уже первых вот внизу боковушки обязательно потом будем убирать, когда, ну, уже на той неделе. Сейчас они первые 3-4 листа медленно растут, дальше будет интенсивно, с каждым днем будет выходить по одному листу. Ну, сейчас на данный момент вот эта операция, подвязка, его надо сделать вовремя. И совсем маленькие нельзя делать, потому что они повреждаются. И потом, когда вырастут, они тоже, чтоб не легли. Вот, вот в этот промежуток нужно срочно успеть буквально подвязку сделать. А эта операция не очень сложная. То есть раз в бантике все, вот она прижимает сам своим этим и все. Здесь один оборот сильно, макушку тоже трогать не надо, под лист идет и все. Здесь этот, на данный момент вот эта работа считается самой важной. Ну, помимо этого, конечно, идет некорневые подкормки и борьба с вредителями, если таковые есть. На этом все. До свидания.